Да, тут когда-то были дощечки, помните, да? А сейчас их взяли, повырывали. Да, это знаменитая наша змейка в Бендерах. Мы так ее окрестили по народе. Сейчас здесь сидеть не очень удобно, но я бы хотел бы, чтобы, да и всем, чтобы все было у нас хорошо, и мы могли сидеть на них.